От дивіться, дивіться зараз. Значить так. О, у Неприємка із кукурузи. Так? У твердоколоніста. Он воно, лівеє, де дерево, то суп, де, он там. У них сахар, ну то таке. А он там слева, у Лосачихи, то пшенична. А он у сковородини заможника, у того вообще никогда не добило. А тепер димить, бачите? Вы что, ну какое же может быть варенье из пшеницы и из кукурузы? Так вот и я скажу, какое. Пробовать надо. Конечно, пробовать. Так. Они что же, самогон варят? Ну, товарищи начальник, да я ж вам и говорю, и говорю. И говорю вам, что вещественное доказательство, он, один, два, три. Ну так что, может, почипаем трошки?